Принимала поздравления крупнейшая дорожно-строительная организация «Чуваши». Акционерное общество «Дорис» отметило 50-летие со дня основания. Ведущее в республике предприятие по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений уже давно приобрело статус всероссийского. Чувашские дорожники побеждают во многих федеральных строительных аукционах и прокладывают трассы в разных регионах страны. А начиналось все 50 лет назад на базе специализированного строительно-монтажного треста. Собственно, при непосредственном участии коллектива создавались все крупные промышленные предприятия столицы республики и инженерная инфраструктура. Заново построенные и реконструированные дороги, жилье, водопроводы, тепловые сети, тысячи километров и квадратных метров по всей стране. Все это история коллектива. А еще многочисленные награды. На торжественном собрании в честь юбилея к ним прибавилась почетная грамота Чувашской республики за вклад в развитие строительной индустрии. Долгие годы предприятие возглавлял Игорь Рощин. Сейчас у руля его сын Всеволод. Хочу особо остановиться на самом важном нашем богатстве. На людях. А именно на трудовых династиях, которые живут и трудятся в нашей компании до сих пор. На сегодняшний день у нас продолжает трудиться более сотни фамильных трудовых династий, общий стаж которых перевалил уже за 4000 лет. У Дориса есть свой почерк. Это надежность, это своевременность, это гарантия качества. Все это вы пронесли через года, сохранили коллектив, как здесь было сказано, в бурные 90-е. Сегодня вы работаете в целом ряде регионов, как здесь было опять же сказано, от Якутии до Центральной России. Вы представлены на севере, вы представлены на юге. И везде работаете достойно, достойно отражаете имя Республики Чувашской, работаете на благо Чувашии и Российской Федерации. У предприятия громкие титулы за активную социальную политику. Меценат года, меценат столетия. За ними стоит реальная работа. Дорис поддерживает масштабные благотворительные проекты, помогает Русской Православной Церкви людям с ограниченными возможностями здоровья.